Нагрузку выдержит. Глава региона Юрий Бездудный посетил Нарьянмарскую электростанцию. Губернатор решил лично проверить состояние дел на стратегически важном объекте. Подробности далее. В период таких крепких морозов нагрузка увеличилась? Да, сильно увеличилась, потребление электроэнергии. Сейчас идет пиковая нагрузка. За состоянием всех важных узлов рабочие Нарьянмарской электростанции следят ежеминутно. Тотальное внимание позволяет контролировать процесс бесперебойной подачи электричества в дома горожан, социально значимые объекты и на предприятия. Мощность будем увеличивать, это вот в случае, вот, если переходить в режим, скажем так, в энергетике выживания, то есть мы будем увеличивать мощность для того, чтобы в случае, если не дай бог что-то произошло с основным оборудованием, максимально могли покрыть нагрузки населения города Нарьянмар, то есть искать факел. Сейчас на установке турбины электростанции ложится максимальная нагрузка. Такие морозы потребление электричества возрастают в разы. Важно, чтобы не произошло сбоев. И по основным газотурбинным установкам, у нас их 5, работают сейчас 4. 4 это 24 мегаватта, каждая по 6. А мы видели в пункте управления нагрузка в районе 20. То есть у нас и так сейчас есть резервы. По словам директора предприятия Евгения Синокосова, электростанция готова к длительным нагрузкам на 100%. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты учли долговременные прогнозы погоды. Хорошо подготовились к морозам. В составе 4 машины, плюс аварийные дизель-генераторы, запас топлива у нас хранится в полном объеме, который необходим для этого. Основное топливо, он по действующим контрактам поставляется на предприятие по газопроводу. Там проблем, нареканий тоже нет у нас. Все хорошо. На электростанции функционируют 4 газотурбинных установки, каждая из которых генерирует 6 мегаватт электроэнергии. Общая нагрузка сегодня составляет 19,5 мегаватт. Глава региона оценил уровень готовности предприятия. У нас есть резервы по мощности. Даже если будут какие-то пиковые нагрузки, электростанция вполне справится с этими пиковыми нагрузками. То есть в целом мы сегодня проверили, как работает электростанция, и убедились, что электростанция готова к любым пиковым нагрузкам. Юрий Бездудный отметил, что электростанция не только справляется с работой в условиях аномально низких температур, но и имеет необходимые резервы. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».